На Первом канале продолжается премьерный показ продолжения сериала «Знахарь. Одержимость». В сюжете 7 и 8 серий, выход которых ожидается 20 декабря, мы увидим, что у Анны Забалкиной есть дочь Аля, девушка серьезно больна, и поможет ей только трансплантация органов. Но дело усложняется тем, что очередь на пересадку слишком долгая, и Аля может не дожить до операции. На помощь приходит Егоров, который хочет помочь Але. Для этого он даже готов закрыть глаза на давнюю обиду на своего отца. А тем временем Виолетта сильно влюблена в Андреева, и она словно испытывает свою первую любовь, как в 14 лет. В то же время Шульгин и Павел не могут примириться и решить, кто займет место в операционной, чтобы делать свою работу. Но конкуренция заканчивается ровно в тот момент, когда они оба попадают в заложники. Затем Корчин решает избавиться от Натальи, и она это прекрасно понимает. После этого она берет инициативу в свои руки, делает первый ход сама. Это дает понять Корчину, что они одинаково опасны друг для друга. На фоне этих событий Мельниченко, друг четы Арестовых, не оставляет надежд найти истинного виновника смерти отца Виолетты. Восьмая серия. В Санкт-Петербурге идет операция Алевтины, ее мать Анна сильно переживает и волнуется за дочь. И чтобы эта операция прошла успешно и без эксцессов, каждый, кто принимает в ней участие, должен отработать на полную. В то же время в Новомеде идут перемены. Корчин окончательно уходит на второй план, и лидером становится Наталья. Но это еще не конец их противостояния, и совсем скоро Корчин нанесет новый удар. Затем Андреем рассказывает абсолютно все, что он знает про Виолетту. Также врачи решают провести терапию гипнозом. И именно после этого Виолетта вспоминает все, что было стерто из ее памяти за прошедшие 26 лет. Премьера новых серий состоится с 20 декабря на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.